Сегодня последний день в Грузии. Если по количеству он пятый, а именно по пребыванию здесь самому в Грузии, в Тбилиси и по святым местам четвертый. Сейчас едем на литургию Святой Равноапостольной Нины в храм, прикладываться к кресту. Потом еще к Давиду Бережийскому еще едем. Ну, естественно, все буду показывать. И потом уже домой, ближе к вечеру. Вот так вот завершается наша поездка. Еще один интересный момент, я еще пока не знаю, что это такое. Вот здесь, но вот с другой стороны какие-то письмена, возможно, это молитвы, такой вот нюансы в алтаре, в отличие от нашей православных храмов. В общем, показываю вот здесь вот мощи, а вот эти, которые я вам говорил, это молитвы святого патриарха Илии, составленные им.